С днем рождения! Всего вам самого-самого замечательного. Здоровья, здоровья вам, спасибо, здоровья большое, вашей семье, вашим спасибо, близким. Спасибо, чтобы все желания ваши исполнялись. «Я самая счастливая», утверждает Татьяна Ивановна Бабич. Сегодня она стала первым и пока единственным жителем Самарского района, которому исполнилось 100 лет. Рассказывает, за эти годы судьба подарила ей главное – любящих и заботливых детей и внуков. «Это мой дед, вот Верочка, дочка средняя, старшая дочка, и сынок у меня трое детей». Трое детей, четверо внуков и пять правнуков. Пышные букеты родные сегодня присылают из разных уголков страны. Бывшая учительница черчения Татьяна Ивановна хорошо помнит и войну, и голод. Тогда она жила в Свердловской области. Там окончила архитектурный, встретила будущего супруга Ивана Алексеевича, с которым прожила 60 счастливых лет. На вопрос, в чем секрет долголетия, отвечает просто. Долголетие в том, что нужно физически трудиться всю жизнь, не сидеть, а быть в движении. Радуюсь тому, что мне много лет, а я еще все-таки более-менее. Вся жизнь Татьяны Ивановны – пример того, как нужно воспринимать трудности и проживать каждый день. Например, в 95 женщина увлеклась рисованием. Теперь ее картины украшают дом. С исключительным юбилеем Татьяну Ивановну от имени города и области поздравили глава района Роман Радюков и депутат городской думы Сергей Рязанов. Очень приятно, что помнят все-таки. Вот меня такое, конечно, приятно. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.